Не дивлячись на погану погоду, усі школярі після своїх сонячних літніх канікул повертаються до школи. Як проходять шкільні лінійки та чи потрібні вони, спитаємо у школярів та вчителів. Как у вас проходят линейки? Линейки вообще хорошо, в общем. Каждый год вся школа готовится к этому дню. Устраивают всякие, мероприятия устраивают. Выступления от начальной школы до старших классов участвуют в этом. Линейки обычно проходят на улице, но в этот году, к сожалению, она прошла в зале, в актовом зале. В нашей школе всегда хорошо проходят линейки. Сегодня, правда, пасмурно, но ничего. Никакая погода не испортит. Нет. Нужны ли школьные линейки на 1 сентября? Вообще, я думаю, да. Потому что это уже как традиция, как посвящение. Нужны. Конечно. Конечно, дети должны приходить каждый год, радоваться то, что они пришли в школу, получать новые знания. Да, я считаю, нужны, потому что это как праздник тоже, тем особенно для первоклассников. На вашу думку, линейки мають залишитися? І які вони мають? Для кого вони? Ми вже декілька років поряд проводимо нетрадиційно, і тому що лінійки нас не задовільняли. Час змінився, змінилися діти, і минулий порядок проведення свята вже не відповідає сучасності. Лінійки нужны? Нужны. Я считаю, что нужны. Да? Ну, в таком виде, тут, как я понимаю, так как и раньше, то есть поздравления учителя поздравляют первоклассник, поздравляют старшеклассники. Ну, я нормально, позитивно к этому отношусь. Я думаю, что не стоит это такое показушность такая. Если папа действительно присутствует, чиновник папа, то это нормально. Свято 1 вересня перш за все відчувають першокласники. Тож давайте спитаємо у першачків, яка б для них була школа мрії. Привет. Привет. Как тебя зовут? Ульяна. Расскажи, вот как ты представляешь школу своей мечты? Что там должно быть в школе твоей мечты? Учиться, читать, писать, уроки всякие, учитель. А какой учитель, злой или добрый? Добрый. Добрый? Злых не нужно, да? Не знаю. Игрушки должны там быть? И да? Сегодня я снимал дома. Игрушки там и сладости можно, да? Как должна выглядеть школа твоей мечты? Такая, как и сейчас. То есть твоя мечта уже сбылась? Школа твоей мечты как должна быть? Вот так. Вот так? И вообще ничего не менять? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Кончиком. Я хочу быть доктором и парикмахером. Зубным врачом. Футболистом. Играть в футбол. И всегда выигрывать. Хочу стать гимнастом. Полицейский. Ваши пожелания первоклассникам? Хотим пожелать им хорошей учебы, хороших, веселых школьных дней, друзей, побольше улыбок и, конечно же, хорошо учиться. Чтобы у них было много хороших оценок.